компания Toyota представила обновленный внедорожник Fortuner, построенный на базе пикапа Hilux, который тоже перетерпел рестайлинг, но про него мы расскажем в следующем видео. Fortuner – самый простой и доступный рамный внедорожник, который не обновлялся с 2015 года. Премьера обновленного Fortuner прошла в Таиланде. Модель получила изменения во внешности и модернизированный дизельный двигатель. Отличить рестайлинговый Fortuner можно по другому переднему бамперу со встроенными светодиодными горизонтальными линиями поворотников, новому рисунку радиаторной решетки и светодиодным фарам. Задний бампер тоже изменили. Фонари стали диодными, также появились 18-дюймовые колеса с другим дизайном. Изменений в салоне меньше. Внедорожник оснастили новой мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным экраном, у текущей версии диагональ 7 дюймов, с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Помимо этого, отображение шкал приборов стало другим и изменилась графика дисплея на приборной панели. Появилась новая топовая комплектация Legenda. Визуально отличается оптикой, иной радиаторной решеткой, большим воздухозаборником в переднем бампере и наличием поворотников в виде бегущей строки. Размер его колес составляет 20 дюймов, а кузов имеет двухцветную окраску и украшен черным декором. В салоне двухцветная кожаная обивка, другой дизайн приборов, 9-дюймовый экран медиасистемы и контурная подсветка. Имеет камеры кругового обзора, у обычной версии камера только сзади, беспроводную зарядку для смартфонов, аудиосистему JBL и электропривод пятой двери. Базовый мотор 2,4 литра, 150 лошадиных сил, 400 ньютон-метров – прежний. А вот отдачу дизельного мотора на 2,8 литра увеличили со 177 лошадиных сил и 450 ньютон-метров до 204 сил и 500 ньютон-метров. Кроме того, инженеры улучшили систему охлаждения агрегата, благодаря чему он стал потреблять на 17% меньше горючего в городском режиме. Плюс ко всему увеличилось тяговое усилие на 300 кг. В Таиланде и Австралии обновленные внедорожники Toyota Fortuner начнут продавать уже в августе. Когда обновленный внедорожник появится в России, компания не сообщает. Понравился ли вам обновленный Fortuner? И стал ли он лучше выглядеть? Пишите свое мнение в комментариях. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе последних событий автоиндустрии.